Всем привет, ребята, с вами Дима и Катя. А вы знали, не взять рыбу? Наша треска. Так, все, а вы знали, не прокопаться в шахту? Где шахта будет? О, я в подводной шахте, да. Нормально. Не. Это ненормально, блин, так надо выплывать. Так подводная шахта мне не нравится. Так, ладно, давайте. Я сейчас задохнусь, алло. Так, мне не нравится подводная шахта. Они что, на воде живут, что ли? Ладно, ребята, я вот такой домик поставил. И вот такая здесь табличка сейчас. Короче, вот такой закатик. Короче, здесь я все смещил себе вот такими блоками. И здесь такое написано. Дом блогера. Так что давайте закроем. У меня вот такая... вот такая у меня кроватка. Такой лук у меня. Он не стреляет, потому что у меня уже стрелы закончились. Ну, в принципе, ничего страшного. Так что давайте поспим на нашей такой опытной кровати. И у меня надета броня. У меня надета такая шапочка, я король. Короче, ребята, я хочу вам тайну рассказать. Короче. Так. Творческий. Так, ты кто такой для меня здесь, а? На! Загашу. Сейчас загашу, чё? Ты чё, обалдел? Давай мне золотой нагрудничек. О, царь горы здесь. Я царь горы. Здесь вроде никого нету. Вот там был медведик. Далее, братенчик, как дела твои? Ну, давайте дальше мы пробежим. И, короче, здесь я вот нашел портал в ад. И взял вот эту шапочку. Вот, короче. Так, как отсюда добраться? Короче, вот он портал. То давайте возвращаемся к деревне нашей, деревушечке. Так, давайте к нашим деревушечкам прибежим. Я хотел здесь мостик сделать, но что-то у меня здесь не по плану пошло. Короче, вот, ну, вот такой мостик. Мост. Так. Ладно, давайте. Так, кроваточку и куда-нибудь переставим. Эту кроватку. Так, и сюда. Я, короче, здесь магаз завернул. Брат, ты что здесь делаешь? Вали отсюда. Торговаться. Так, что ты мне здесь? Брат, давай тебя топором побью. Входи! Пошел вон из моего дома! Меня скалем прибьет. Ладно. Ладно, ребят, я что-то здесь. Так. Так, давай выносим. Так, какой там его дом? Надо сейчас кровать переставить. Так, какой его там домик? Какой-то был такой. Так, я, в принципе, здесь в деревне самый главный. У него вот этот дом был, да? Ну, сейчас мы этому братишке здесь. Давай доску. Ну, плавь. Короче, доску мне ничего не делает. Ладно, сейчас я ему надаю здесь. Да,
давайте. Видите, у меня есть топорик. И сейчас этим топориком я ему весь здесь домик поломаю. Будет знать. Так. А, это ты, братан. А, не ты. Прости, не в дом зашел житель. Ну все, там житель хана. Я ему кое-что хочу устроить. Его вроде домик вот этот. Так, житель, здорово. Сейчас я тебе здесь, ага. Ладно, давайте просто муки чуть-чуть у них там здесь. Давай мне картошки. Давай. О, изумрудик достал. Давайте мы поторгуемся. О, за 26 картошка. Ах ты, блин. Торгуюсь пока. Так, братан, молодец, садишься здесь. Давай, 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 мне все. Мне, молодец. Молодец. Вкусные муки у него здесь. Потребуем. Вкусная мука. О, у нас так морковочки. Я мы здесь накопаем. Так, все. Так, а сейчас я устрою здесь жителю чуть-чуть. Сейчас я устрою. Его вроде дом вот это. Я его здесь затоплю. Да, я его здесь затоплю. Все, ведерко, ведерко. Всем здесь. Еще весь дом поломаю. И весь он сгорит у него здесь. Тихо, пожары ему лучше здесь не устраивать. Он здесь будет веселый. Все здесь. Еще затоплю. Все. Сейчас пожар у него здесь будет. Короче, спаливаю. Это кто такой? Это кто такой? Это кто такой? Это кто такой? Миляшка! Миляшечка! Стой, ты куда, Миляшка? Миляшечка! Ты куда? Миляшка! Миляшечка! Миляшка! Миляшка! Миляшечка моя! Кошка, хочешь? Тихо, тихо! Миляшечка! Миляшка! Миляшечка какая! Кстати, ребят, как превратиться в Майнкрафте в эту? Это... Стрела промахнулся. И возьмем стрелу и опять. Ладно, ребята, давайте на этом мы закончим наше видео. Всем пока-пока.